Влюбленные сбежали из Березняковского реабилитационного центра за день до конца смены. Девочка родом из Соликамска, юноша из Кизила. Видимо, Ромео и Джульетта не захотели расставаться. Сбежавшую парочку приютили друзья в Соликамске. Эту историю первой любви надолго запомнят не только подростки, но и, кажется, весь край. На ушах стояли все. Но романтичная приключенческая драма закончилась хэппи-эндом. Подростки подумали о своих близких, которые за них волновались, и вернулись обратно. Ну, они взрослые дети, умные, причем дети, хорошие дети. Из хороших семей, то есть хорошисты там. Ну, абсолютно положительные дети. Нет там никакого подвоха, неблагополучные там беглецы, нет. То есть, ну, хорошие просто, 17-летние хорошие подростки обычно.